Талантливую актрису Наталью Вавилову советские телезрители узнали благодаря картине «Москва слезам не верит». Какие факты из ее жизни заслуживают особого внимания? Вавилова – младший ребенок в семье с 5 детьми. Родители артистки не хотели, чтобы их дочь играла в фильме «Москва слезам не верит». Учебу в ВГИКе актриса совмещала с полноценной работой на сцене. Во время игры в фильме «Николай Подвойский» Наталья упала с лошади и попала в больницу. Вавилова увлекается садоводством и проводит много времени, выращивая растения.